Привет, ребята! Это Маша. Сядьте, успокойтесь и слушайте меня. Сегодня я вам расскажу о повелительном наклонении, и заодно я вам расскажу, как приготовить вкусную вкусняшку. Вы готовы? Поехали! Онива! Итак, повелительное наклонение или императив такое же, как и в русском языке, когда ты приказываешь или просишь. Используются три формы: обращение на ты, мы и вы. Все просто. Образование. Начнем с самого простого. Глаголы на их и рэ имеют такие же формы, как в настоящем времени. Например, глагол attendre. Ждать. Tu attends. Ты ждешь. Attends. Жди. Видите, мы ничего не поменяли. Такое же окончание. Nous attendons. Мы ждем. Attendons. Подождем. Vous attendez. Вы ждете. Attendez. Подождите. Теперь будьте внимательны. Глаголы с окончаниями на «-р» и глаголы третьей группы на «-врих», «-фрих», типа «-врих» теряют «с» во втором лице единственного числа. В оставшихся двух формах окончания такие же, как в настоящем времени. Давайте возьмем популярный глагол «але». Идти, ехать. Тива. Ты идешь. Ва. Иди. Видите, здесь «с» потерялось. Nous allons. Мы идем. Allons. Идем. Видите, здесь ничего не меняется. Vous allez. Вы идете. Allez. Идите. Но с местоимениями «on» и «i» «s» оставляется. Остается. Вази. Иди туда. А в разговорной речи бывает люди говорят «давай». Parlez-en. Поговори об этом. Видите, здесь мы «с» оставили. Pensez. Подумай об этом. Profite-en. Используй это. Отрицание. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется так. Берем глагол и окружаем этот глагол «ne pas». Например, «ne ferme pas la porte». Не закрывай дверь. Ne vous inquiétez pas. Не беспокойтесь. Ne mange pas cette pomme. Не ешь это яблоко. Местоименные глаголы. У местоименных глаголов возвратная частица
в отрицательной форме ставится перед глаголом, в утвердительной – после, через дефис. Вы должны запомнить, что «ты» меняется на «туа». Например, глагол «se lever» – вставать. «Lève-toi» – вставай. «Levons-nous» – встанем. «Levez-vous» – встаньте. «Ne te lève pas» – не вставай. «Ne nous levons pas» – не встаем. «Ne vous levez pas» – не вставайте. А вот эти формы неправильных глаголов нужно запомнить. Глагол «avoir» – «э», «эйон», «эйи». Глагол «être» – «soi», «soyon», «soyez». Глагол «savoir» – «sache», «sachon», «sachez». Если вы откроете одну любую кулинарную книгу, то в любом рецепте найдете повелительное наклонение. Вот эта книга. Давайте возьмем один рецепт, который я сделала в прошлом году. Это такие хрустики из фундука. Давайте поищем императив. Préchauffer, battre, mixer, verser, ajouter, faites. Видите, каждый этап начинается с повелительного наклонения. А теперь посмотрите рецепт хрустиков, который я сделала в прошлом году. Salut les amis, aujourd'hui je vais préparer des croquants aux noisettes sans farine, délicieuses, incroyables, magnifiques, regardez. On y va. Pour cette recette, il me faut du sucre glacé, du blanc d'œuf, il faut les séparer, et des noisettes moulues, c'est tout. Je bats les blancs en neige ferme. Maintenant, il faut ajouter au blanc le sucre et les noisettes moulues. J'ai oublié ma spatule! Mélange délicatement avec une spatule. J'ai mis la préparation dans une poche à douille. Maintenant, je pose la pâte sur la plaque à four. Je les mets au four pour 10-15 minutes. Les croquants aux noisettes sont prêts. Je les ai refroidis. Je goûte. C'est incroyable. N'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner. Essayez cette recette, elle est incroyable et très facile.
je les mets au four préchauffé pour 10-15 minutes. Bah. Ну как, понравилось? Обязательно попробуйте это приготовить. Рецепт я оставлю в описании. Ребята, вы сегодня очень много чего узнали. Вы узнали о повелительном наклонении и узнали рецепт хрустиков. Вы сегодня отлично, отлично, отлично поработали. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся в следующем видео. Объяту, до скорого! Например, возьмем очень распространенный глагол «али».